Привет, друзья, с вами Кирдекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Timberborn, и вы видите, что начинаются легкие метаморфозы из-за того, что у нас все-таки уровень воды начал гораздо, в два раза быстрее подниматься, и вот эта зона у нас уже пригодна для высадки деревьев. Это ли не замечательно? Это замечательно, но есть более замечательные вещи. У нас отстроен жилой мегакомплекс с лакшери видом сверху. Я еще решил здесь комбинировать по грязи просто. Я здесь добавил еще уют. И как оказалось, точнее эстетика. Эстетика, как видите, пролетает через все дома, которые находятся снизу. Через все. Вы прикиньте? Ну, естественно, у нас центральные дома остаются без эстетики. Но я думаю, они это как-то переживут. Можно, кстати, сюда еще поставить. Где у нас украшения? Можно сделать вообще лакшери-лакшери. Короче, фишка в том. Это как этот, Форт Бояр. Кто до конца добежит, тот получит шикарный вид, лакшери место, все дела. Кто не добежит, все. Но как видите, сюда бегают, причем довольно часто. Ребятки, отдыхать. Давайте глянем по параметру. Параметр эстетика у 100 людей. Ну, естественно, почти все дома заняли. Духовность. Ну, такое, кстати, над духовностью надо поработать. Общение у нас тоже пошло вверх. Потому что у нас уже появились места для отдыха. Правда, они на удаленке находятся. Но в этом и был замысел, чтобы они находились на удаленке. То есть ничего другого сюда как бы и не вкладывалось. Ну, пусть чилят. Пусть чилят. Давайте я им даже сюда еще накину. Тоже какой-то ляпоты красоты. А, вот здесь, по-моему, вообще бимба должна быть. Вот это забираем. Зона маленькая, конечно, у этого цветочка. Нет, не бимба. Вообще не бимба. Ладно, пусть будет вот это тогда отменить. Пусть там только в центре красивый будет. Так, с этим мы разобрались. Производство мы с вами наладили. И, собственно, сейчас ждем результатов по вот этому затоплению. Очень хотелось бы, чтобы вода дошла ровень сюда. И вот это все у нас, собственно, ожило. Но будет ли так по факту, мы не знаем. Что у нас по ресурсу? По ресурсу у нас небольшая западня. В том плане, что... у нас забиты склады. Белл, у нас поставили склады, которыми я не сделал выход. Короче, давайте сейчас попробуем на практике проверить. Получится ли у нас сделать. Здесь, да, ясный красный. Мы можем здесь сделать лестницу. Ставится вот эта вот шняга. Делается лестница, он спускается вниз. Там точно так же. Теперь вопрос. Если у нас сверху здесь будет выход, а он будет ровно здесь, сможем ли мы с ним сконтачиться? То есть мы ставим сюда. И все. На этом как бы все. Мы не сможем сконтачить. Ну, сейчас давайте прикинем варианты. Вариант. Допустим, сюда лестница это не встанет. Сюда лестница встанет. Есть вариантик, походу. И он будет быстрее, чем если они кругами будут бегать. Вот так вот сделать. Ядерен батон. Не говорит, что это можно бесконечно. Не, бесконечно точно не получится. Где-то должен быть сбой. На каком-то из уровней 100% будет сбой. Ну, не бывает такое, что это работает долго. Ладно, давайте пока ставить. Нашли решение, слава богу. В следующий раз, если не найдем решение, либо прекратим стройку. Стоп, как вышло? Мой косяк. В следующий раз либо прекратим стройку, либо просто переделаем маршруты входа-выхода. Ну, это очень странно все равно. Мне кажется, что это странно. Так, ладно, наставляем здесь дорогу, здесь проход. Мне теперь интересно просчитать, а что дальше? Что же будет дальше? Это же возможно просчитать, да? Да. Причем самое смешное, что у нас большая часть складов забита едой, я так понимаю. Она нам не нужна в таких количествах. Так, допустим, мы ставим так. Уже появляется вопрос, как поставить вот здесь... штучки. Чтобы их поставить, нужно по диагонали. Либо в этом находиться в двух блоках. А как вы понимаете, это в данном случае невозможно. Пока мы туда не сделаем какой-то заход. Без захода это нереализуемо. Ну, допустим, мы сейчас проверим. По сути, они вот эти крайние должны поставить. По одной штучке только. Хотя мне показывают, что... Очень странно. Очень и очень странно. Так, такую же штуку нам нужно здесь. Ой.
перебрал. Прошу прощения. Поменьше, еще поменьше. Все правильно? Угу. Это очень страшная сеть складов. Очень страшно. Но мы ее сможем вывести еще в более страшную. Ну, до какого-то времени мы точно сможем вот так отстраивать. Возможно, даже бесконечно. Просто фишка в том, что нужно избежать вот этих вот кругов ада. Сюда же смотреть страшно. Хотелось бы избежать этих кругов ада, потому что, ну кому это надо? Причем здесь есть возможность, видите, здесь есть пустые места, которые мы можем ставить. Здесь такой возможности не было. Здесь каждая клетка — это вход. И тут в любом случае надо было лестницы ставить. Ну ладно, пусть кайфуют. Пусть кайфуют, 140 бобров у нас. Эстетика улетела в небо. Духовный все еще подкачивает, общение. Ну, немногие стремятся к общению. Вообще, бонус общения вроде бы работает только на детей, если я не ошибаюсь. Сейчас, где у нас? Да, видите, для взрослых общения им нахер не надо. Ну, точнее, если и надо, они его и так получат. Сейчас бы нам бобренка найти. Вот бобренок, да? Вот, на бобренка работает общение. Оно дает ему скорость роста. В общем, хай там бобры тусят. В чем проблема? Точнее, бобрята. Чтобы было максимально честно. Так, как прогресс? У нас теперь показатель вот этот камушек. Ну, заливает по чуть-чуть. При том, что мы, по сути, не чувствуем потери по воде. Это замечательно. Сюда можно еще добавить. Видите, у нас здесь проход есть. То есть, если сильно надо, можно ливануть еще. Но в будущем мы скорее, наоборот, их будем убирать. Так, отстройте здесь еще одну. Я понимаю, что работки мы вам накидываем, конечно, охереть сколько. Я думал динамит, кстати, приостановить. Бумага пусть еще работает. 800, давайте я одну... Одну, да, можно тормознуть. Потому что мы что-то слишком много начали дерево тратить. Ну, сейчас его опять соберут, забьют все склады. Но лучше быть заранее готовым. Правильно? Правильно. Так, хорошо. Здесь работа идет, здесь работа идет, здесь работа идет. Самое время, по идее, самое время подзадуматься над тем, чтобы выйти в пшеницу. Либо все-таки сделать вот эту хрень. Давайте, наверное, эту хрень сделаем. Она самая сложная, по сути. Ну как? Частично сложная. Здесь мне все равно надо выбить, по-моему, два блока, да? Да-да-да. Поэтому мы сейчас сюда внезапно залезем. И начнем творить дичь. Так, ребяточки, вот сюда надо залезть. Если что, это приоритет. Сюда мы залезем, мы сможем уничтожить здесь два блока. Сможем спокойно выставить здесь новые 6 генераторов на перспективку. Я не знаю, сколько мы дерева должны производить, чтобы мы могли запустить... Все 12 генераторов, серьезно. У меня не укладывается в голове, сколько у нас должно быть леса. Даже с этой зоной, мне кажется, нам не хватит. Даже с этой зоной. Здесь, кстати, мы точно так же можем провернуть. Перекрыв вот здесь. Сделать здесь изливчик. И у нас будет и здесь зона под лес, и вот здесь зона под лес. Еще и близко к металлу будем. Ой, идея грязь. Идея грязь, мы ее обязательно реализуем. Блин, вот реально, жилой комплекс полгорода закрывает. Как будто бы и не было. Нормально, пойдет. Как видите, у нас здесь еще фермеров можно поставить. Они не вывозят сбор такого огромного количества картофеля. Они и перерабатывают его с трудом. Но это уже лучше, чем совсем ничего. У меня вообще была идея здесь еще один храм лупануть. Но, видимо, надо будет найти ему новое место. Новое место, новое место, новое место. Вот сюда куда-то вообще на отшиб можно. Дотягиваемся, да? Ну такое, я бы не сказал, что дотягиваемся вообще. А почему бы вот здесь не сделать храм? А, я еще везде поставил эти погрузочные посты. Я не совсем уверен, насколько правильно они будут работать. Честно говоря. Но по сути они должны иметь бонус к силе 100% и, соответственно, более эффективно переносить ресурсы. Поэтому... Посмотрим. Таких постов у нас 3, по-моему. 1, 2 и 3. Да, 3 поста. Нам, в принципе, сюда куда-то такой втулить не помешало бы для переноски как раз этого картофеля. Потому что картофеля много, переносит его туго.
Это было бы, в принципе, неплохая идея. Так, у меня теперь идея пихнуть сюда храм. Он, в принципе, считайте, сразу влазит. Есть два варианта. Либо мы его ставим так, добавляем здесь. Либо мы не мучаем жопу и просто перемещаем дорогу. Выбираю не мучить жопу. Этот вариант мне нравится больше. Тоже не дорога, не бегай по ней. Так, храм влупите сюда. Но у нас что тот храм. Находится на определенном отдалении от жилого комплекса. Ну, короче, кто захочет, тот сбегает в храм. Кто не хочет, тот и не пойдет. Правильно, правильно. Все, не воняйте. Так, этот поставили. Это делаем бадабум. Поставь сюда еще один, пожалуйста. Тоже срочно, если что. Так, что мы имеем? Там мы обезопасили себя. Дополнительный заход наверх у нас есть. Энергию мы сюда протянем в любом случае. Не вижу никаких преград. Сюда заводим, поворачиваем сюда, выводим сюда. Так, дальше. Нам нужно по-хорошему снести вот эту всю херовину. И сейчас заодно проверим, можем ли мы добить до самого конца этой зоны. Скорее всего, можем. Можем, супер. Соответственно, мы сможем здесь все заселить. Ну, не заселить, заставить. Как вам? Как вам будет угодно. Поэтому я в этой зоне очень сильно заинтересован. Вот здесь, правда, могут быть проблемы, потому что здесь у нас вот эти змейки начинаются. Так, давайте аккуратненько вот это все убрать. В приоритет убрать. Боже, сколько у нас бобов? 150. Заметьте, еды до сих пор хватает. Чудеса? Да и только. Так, все, план постройки есть. По сути, мы сюда потратим, наверное, весь динамит, который у нас сейчас есть. Что как бы не очень приятно. Но с другой стороны, у нас здесь будет бумага, динамит. Что еще нам? Книги. Книги тоже здесь должны быть. Книги у нас требуют... Давайте раскачаем. Книги требуют один лист на одну книгу. Но оно даст нам знания. А знания, в свою очередь, дадут нам скорость работы еще плюс 20. То есть это в любом случае желательно сделать. Установил? Красавчик. Все. Теперь у нас ровно на выход... Будет проход для бобров для снабжения древесиной. Замечательно. Бревна вроде пошли, но туговастенько. Так, здесь начали высаживать. Покажите уровень воды. Ну, уже почти залили эту штуку. Вот когда ее зальет, тут, скорее всего, зона гораздо сильнее увеличится. Ну и самый пик будет вот здесь. Это уже сколько? За блок до, да? Да, это уже будет 4 из 5. На 4-м мы, в принципе, уже ощутим хорошее озеленение. Качественное. Так, здесь пока отстаивает место. Мы еще эти резервуары отстроить не можем нормально. Мы их даже заполнить не можем. Не то, что отстроить. Кстати, у нас же сейчас будет сверхпотребление воды. И нам может тупо не хватить наших насосов. Как вам такой прикол? Причем проблема не в том, что мы не сможем добыть. Мы будем добывать, но будем добывать меньше, чем наши выпивают. Вот тогда будет вопрос. Потому что мы в одни инкубаторы. Как видите, я тут еще поставил 5, 11, 12, 13, 19. 19 инкубаторов, которые, по сути, раз в день, считайте, требуют 2 воды. У нас ягоды уже заканчиваются, хотя я здесь заменил поле одно на ягодное. Это не очень приятно. Так, давайте по поводу ягод, кстати, я немножко переживаю. Потому что как только начнутся перебои с ягодами, начнутся перебои с количеством бобров. А этого, как вы понимаете, не хочется вообще. Поэтому ставьте вот это дело. Так, склады. Склады распетляли. Где-то проблемы есть? Нет, проблемы нет. А, это они уже забиты. Эти уже тоже начали забивать. А как они поставили? Они же вверх только на 2 блока. А, он же стоит здесь. Блок раз, блок два. Все. Нет. Как он это поставил тогда? Поставил и поставил. Чё бухтеть? В самом-то деле. Но вот сейчас будет вопрос. Допустим, давайте. Я это сейчас чисто спланировать. Я ничего не буду строить. Вот, у нас стоит еще 2. Мы берем вот эту херобору. Это какой-то новый вид извращения, мне кажется. Лол, мы реально сможем.
Мы ставим вот здесь и коннектим сюда. Это бесконечно. Там же у нас та же шняга была, да? Да, и здесь из-за того, что будет сюда вход, следующий верхний мы к нему подключим. Это ужас. Честно, это ужас. Но этот ужас мне, собака, очень нравится. По сути, у нас будет вторая вышка. Складская, промышленная, как угодно называйте. И с этим придется работать. Так, вы все здесь сделали, да? Бляха, ну придется запускать динамит. Засуха закончена. А была засуха, да? Супер. Супер гуд. Так, запускайте динамит. Где у нас листочки? Листочков 44. Ну, я думаю, что здесь больше, чем 80 блоков будет. Что-то мне подсказывает. Так, разместите вот здесь. Везде. Полностью везде динамит. Сейчас будем сносить. Не очень приятная штука, но надо ее сделать, что поделать. Так, все, кто свободны, фас. Побежали, побежали. Толпа минеров. Так, как прогресс? Вот-вот должны залить уже этот блочек. Прям на него льется, кстати. А ему хоть бы хны. Давайте, выгружайте. Я не знаю, поскольку блока воды они таскают. Видимо, совсем по чуть-чуть. Потому что наполнение идет, ну так себе. Так, заполнение пошло. Так, пошли, пошли, пошли метаморфозы. О! Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Отлично. И пятый должен добить. Я уверен, что он до конца прям не добьет. Но вот где-то до сюда хотя бы должен добить. У нас будет тонны древесины. Я только очень боюсь, что они начнут переливать. Вот этого я не хотел бы совсем. Чтобы нам не пришлось их вручную контролить. Так, проверяем. Эстетика 145. Сколько у нас вообще бобров? 156 уже. Духовность 61. А храм тут поставили или нет? Храм поставили, просто у нас, ну, не духовные бобры. Ну что ты сделаешь? Не особо рвутся они быть духовными. Я их отчасти понимаю. Ладно, пусть занимается своим делом. Здесь до конца не заминировали. Давайте, нам надо снести 3 уровня. Сносим 3 уровня, у нас открывается здесь огромная площадка, которую мы еще можем расширить, по идее, но, скорее всего, не будем. Мне говорили еще мосты, мосты, сделаем мосты, обязательно мосты. Но мосты в большинстве своем шляпа, к сожалению. Так, платформа на прочной колонии постройки сверху. Только на земле, можно строить только на земле. Высота 4, у этого высота 5. Мосты же что из себя представляют? Вот такие выпирающие хрени. Я не совсем понимаю, почему они именно так выбрали их строить. Ну, в общем. Выпирающий мостик, который уже изначально номинально якобы имеет дорогу. Но я, кстати, не уверен, он боком присоединится к ней или нет. А, он не имеет дорогу. Но при этом на дорогу он не ставится. Окей. Есть такой же только на 2 блока. Как вы понимаете. Естественно, есть на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. На 6 блоков вот такие вот мостики. Штука вроде бы полезная. Сэкономит кучу якобы средств. Но на мостиках ты нихера не построишь раз. А так чисто для перебежек, ну, можно использовать. Но пока у нас вроде бы не было мест. Ну, вот здесь я ставил, потому что тогда у нас не было опыта лишнего. А так, сколько он, кстати, стоит? Он еще и стоит до хера дороже, да? Условно, здесь мы использовали 8,6. А так бы мы здесь использовали 30 и 30. Херня ж? Херня. Зачем? Непонятно. Это если бы высота была бешеная. Я не знаю, там блоков 15. То да, эта штука выручила. Потому что вниз надо еще постараться туда отстроить. Ладненько, пусть здесь работают, не отвлекаем. Так, осталась у нас еще одна. Пока не хватает хоть и шестерни, но запустим заранее. Да ладно, вы уже эти склады забиваете. Ребят, вы чё? А, ну 330 досок, я понял. 700 металлолома. Вы решили тут все собрать, я правильно понимаю? Ну собирайте, раз уже решили. Раз уже приняли такое грязное решение. Так, память не у нас что? Восторг вам дает скорость работы плюс 25, скорость передвижения плюс 30, продвижение продолжительность жизни. Давайте скорость работы меня интересует. Там, по-моему, чисто из бревен, да? Угу.
А вот, кстати, вопрос. Нам по-хорошему... О, вот, идеальное место. Идеальное. Здесь, по сути, заденет всех. Ну, еще и кусок поля. Хотя мы можем, знаете ж... Ну да, здесь возле лестницы, здесь самое оптимальное. Здесь огромное количество бобров пробегает. Это будет символ. Символ нашего жилого комплекса. Забавно. В общем, стройте. Сейчас мне интересно, с каких сторон они начнут натаскивать бревна. О, понеслись. Ну, я бы не сказал, что прям понеслись. По чуть-чуть начали отгружать бревна. Пусть отгружают. По идее, мы до сих пор не вышли в минус. 160 человек у нас, напомню. 160 голодных рыл. Так, все, готово, красавцы. Повторите операцию. Сколько мы потратили? 20-ку, да? Не, мне кажется, все-таки надо больше, чем 80. Так что пусть производят. Запускаем опять. Вот сюда и вот сюда. Приоритет максимальный, пожалуйста. Это очень важно. И бобер важно, и этот важно, ну вы поняли. Все надо и сразу желательно. 4 шестерни не хватает, 3 есть на складах. Все отлично, тут тоже построят. Вот эту большую хрень мы только-только закончили на 13-м мать его цикле. Это ли не ужас? Это ужас. Я все-таки переживаю за воду. Немножечко. Но посмотрим. Если что, есть еще более грязная мысль. Это сделать сюда вот такой залив водицы. И насосы поставить вот здесь и из этого заливчика прям песосить. Но там долго не попесосишь. Либо надо хотя бы два блока вниз рвануть. Короче, что-то да придумаем. Мы люди простые. Люди простые, что-то придумаем. По лесу пока вроде бы претензий нет. Пока собираются огромные лесоклены, мы в принципе шикуем по древесине. Но как только лен начинает отрастать, проблемы появляются вновь. Я не понимаю, как у них это получается, серьезно. Забить все и вся при первой же возможности. Ну пусть занимаются, ладно. Пусть занимаются. Энергии нет, нихера нет. Хотя бревна есть, кстати. Вот вам алогичный момент. Наконец-то запустили. И то нам надо чуть больше, но похер. И так сойдет. Но духовность чуть приподнялась. Совсем чуть-чуть. Не так уж и много духовных ребят, к сожалению. 16 это достроит. Ей, готова красотень. 7 уровень, восторг 1, сразу же 70 человек. Замечательно, работайте реактивно, как никогда не работали. А почему... Ой, я дурак, прошу прощения. Я думаю, чего вы как дебичи стоите там? По краям что-то обсасываете, это динамит. Какой красивый храм, ёпарис. Там просто бревничатые сидушечки, они сидят себе и чилят. Пусть отдыхают. Главное, что у них есть вариативность теперь по занятиям в свободное время. Я им еще один часик добавил, кстати. Свободное время, чтобы они могли намазаться свободой, так сказать. Ну, кстати, вот некоторым духовность вообще не нужна, хотя очень зря. Знания. Знания, знания, знания. Сейчас мы к ним дойдем. Я уверен, что мы к ним придем и все будет хорошо, чно. Все будет хорошо, честно. Так, здесь блок уже все, затоплен. Блок затоплен, теперь наша следующая цель, вот эта пиздюлечка. Как только мы его преодолеем, по сути, мы выжмем максимум, который только есть из этой поляночки. Не, было бы вообще красота, чтобы сюда аж озеленение попёр. Но это уже... Это уже чересчур. Хотя... А может и не чересчур. Если мы до сюда воду доведем только. Я подумаю. Пока что я только подумаю. Но мне все-таки интересно, доколе мы сможем эти склады фигачить. У меня еще есть мысль сделать мега склад древесины. То есть это мы так практикнули фигню. Причем нижние склады пустые. А, нет, один забит, а второй вообще пустой.
Я думаю, что с этих складов можно сделать тоже грязь. Тоже грязючечку. Сколько у нас здесь добывающих всего? 5 бобров, да? 25 бобров у нас нихера не делает, я просто напомню. А этого бы хотелось избежать. А вы что, зайти туда не можете лишь? Да вроде могут. Этот вы отстроили, все. Остального у вас нет в приоритете. Могут зайти чуть. Они просто ленивые, я понял. Ответ прост. Ответ достаточно прост. По бумаге меня смущает только факт того, что, во-первых, он требует довольно много энергии. Динамит требует прям овер до хера энергии. Но динамит мы не так часто используем. То есть, типа, нам одного-двух, наверное, зданий хватит за глаза. Бумажных, по идее, надо гораздо больше. Ты производишь два за раз, ты потребляешь три за раз. То есть на два таких нужно три таких. Да, в принципе, вместим. Но я себе не представляю работу 12 генераторов, серьезно. Это просто конское какое-то потребление дерева будет. Такое невозможно вывести. Но мы попробуем. Еда начала падать вниз, кстати. Давайте-ка я здесь им еще одного фермера втулю. Где у нас? Освободите зону, пожалуйста. Освободите срочно эту зону. Я пока рвану. Сделали? Сделали. Прюм. Замечательно. Удаляем все лишнее нахер отсюда. Зачем я так делаю, когда можно вот так? Лестницу бы не обязательно было удалять, но ладно. Лестницу вот сюда поставим. Приоритет, естественно, высокий, ребятки. Теперь осталось самое последнее. Сделать красочный бадабум. Дорого-богато живем, но... Что есть, то не отнять. Давайте. Теперь здесь у нас будет огромная площадка, на которой мы сможем, собственно, все установить, что давно хотели. Единственная проблема, скорее всего, динамита сейчас не хватит. Но я никуда не тороплюсь в этой части. Пока что никуда не тороплюсь. Хотя книги очень хотелось бы. Ладно, мы посчитали. На два динамита нужно три бумажных. На книги. Бляха, почему 150 лошадей? Почему так дохера тебе надо, боже? У меня даже появляется мысль поставить сюда колеса. Честно скажу. Периодически. Появляется такая мысль, потому что мне кажется, что нам нужны все возможные источники энергии, иначе жопа. Этот собака мало того, что дорогой, так еще и потребляет дохера. Вы хоть заправлять научились? Нет, они еще и заправлять не умеют. Это больше 300 дерева за день должно будет улетать на генераторы. Это же жопа. Даже не больше 400, чуть меньше. Ладно, что-то придумаем. Самое еще страшное, что к каждому генератору привязан человек. Точнее, бобер. Это чуть усложняет ситуацию. Но мы явно здесь все сможем вместить. В этом проблемы быть не должно. Касательно поставки ресурса. Здесь у нас... Ну, какое-то дерево будет, но его будет недостаточно. Соответственно, таскать будут аж сдалека. Самого большого склада, по сути. Ну, тут уже почти все забиты, да? Да, тут уже эти остались чуточку. Но будет грязь. Будет грязь. Хоть бери тут еще один лес, делай, серьезно. Ну, у нас здесь местечко заготовлено. Грязное местечко, но... Да, бляха, его мы тоже задействуем. Ой, боже. Так, динамит закончился, нам не хватает 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 динамит. Это надолго, это явно надолго. Ладно, пусть работают. По дереву мы в огромном профицитике, тут проблем нет. По воде мы здесь достроили все, но, как видите, они не могут их заполнить. Ну вот никак. Они пытаются, стараются, пыхтят, бурлят, но... Не то чтобы сильно получается.
Сейчас я подумаю, здесь у нас сколько? Здесь у нас три блока, да? Нет, два блока. Погоди. Да, два блока всего лишь. Ну... Можно сделать заход воды. Поставить еще насосы. Но, блях, это не улучшит ситуацию. Мне кажется, вообще. Ну, ладно, пока живем тем, что есть. Динамит по чуть-чуть запуливают. Меня смущает все-таки еда. Я думаю, что мы в следующий раз возьмемся все-таки за пересадку всей еды. Это будет очень рисковая херня. Скорее всего, умрет очень много бобров. Но это надо сделать. Это надо будет сделать, но прежде чем мы будем прям пересадку делать, по-хорошему, надо будет выставить сначала всю здесь инфраструктуру для переработки. И только тогда взяться за это все. Я не знаю, где мы столько энергии возьмем, серьезно. Надо очень много энергии. Здесь мы не все запустили, это у нас просто резервы для подключения, переключения. Кстати, почему это все работает? Это все не должно работать. Тебя тоже пока хватит. А, хотя нет, стоп, не хватит. Там новые здания нужны будут. То есть нам на это все нужно будет реально очень много энергии. Потому что у нас бобров сейчас в два раза больше почти, чем в прошлый раз. А их нужно прокормить, напоить, помыть и так далее. Ну, как-то опробуем. Во-во-во, затопление и... Ну, слушайте. Правда, не похоже, что здесь зеленая зона. Ну, мы почти, мы даже добили дальше, чем я думал. Я думал, мы до сюда где-то добьем только. Отлично, это все было не зря. Не напрасно было, как поется в песне. По сути, он уже зашел на блок или еще нет? Или мы еще увидим продвижение? По сути, уже зашел. Как видите, здесь озеленение легкое пошло. То есть, технически, если бы у нас дамба была не здесь, а здесь, у нас бы здесь была еще небольшая зона для посадки. У нас есть где-то пример. Где-то пример, где у нас так выглядит два блока разница. Вот так выглядит один блок разницы. Ага. Ну, в целом, да, вот такой бы кусочек еще был. Нам, наверное, столько не надо. Что мне подсказывает. Сейчас самое важное, чтобы они не начали переливать. То есть, чтобы они доливали чисто, чтобы удерживать уровень там около единиц. Вот это реально будет важно. Все остальное то такое. Пыль. То немножечко пыль. Что у нас там за следующий гигант, кстати? Из досок. Восторг 2 в пределах 10 клеток. А вот его сколько? 3000. Ребятки. Нужна рабочая сила. Вперед. Почему-то звуки молотков. Ну ладно. Как скажете. 5, 6, 11 не хватает. Давайте сейчас бахнем. Хорошенько. Уже очистим эту зону. И тогда будет самый сок. Пока склады вроде бы живы. Какое-то время они еще будут живы. Ну, с учетом того, что мы еду сейчас прожираем как не в себя. Я думаю, они еще долго будут живы. Хотя мы сейчас фермера добавим, кто его знает. Может, фермер все порешает. Фермер должен порешать проблему вот этих как раз остаточных растений. Я им тут и заходик сделаю, и все, все готово. Только работайте. Не пинайте все, что пинается, просто работайте. Вот здесь еще хитрость одна есть. Проверить чисто. Смогут ли они добыть дерево под водой? Как вам такая затея? Да ладно. Не, они пошли куда-то дальше. То пошли работяги. Так, уберись. Я охренею, если они могут рубить под водой. Мы же зато не дотягиваем. А, ну пока неизвестно. Так, почти готова фермочка дополнительная. Вымазка готова, проверяем. Ну. Если что, мы там и высадить сможем. Ну, сейчас глянем. Да ладно. Да ладно. Я так понимаю, они выгрызают корневище просто, да? Да, я понял, вопросов нет. Плавайте с бревном, кайфует вообще. Ну ладно, теперь самое невообразимое. Берем клен, посадить. Слава богу. Хотя не факт, подождите.
Не факт, не факт, не факт. Я не вижу его, где он. Да ладно. Не, не, вроде не сажает. Сейчас вот тот, кто сажает. Ну туда ему еще близко. Все, он ушел. Я бы охренел, если бы он под водой сажал деревья. Серьезно, это был бы уже ужас. Это был бы страх и ужас. 33 дерева. Ой, 33 бумажки осталось. А нам как раз... Нам даже меньше. Нам всем надо. 21 бумажка нужна. Сейчас доделаю динамитик, рванем и заживем гораздо лучше. Итак, завершаем эту грязную работенку. Твою же мать. Даже фрезы стали жестче. В общем, здесь у нас будет бумага, здесь у нас будут книги, здесь у нас будет... Кстати, не обязательно, что у нас здесь будут книги. Совсем не обязательно, я так подумал. Мы книги можем сюда спустить. Вообще без проблем. Книги как раз продолговаты, идеально сюда влазят. Да, мы, наверное, сюда снизим, спустим книги. А здесь мы оставим именно бумагу и динамит. Единственное, что да, они с ума сойдут сюда таскать это все добро, но это уже будет их проблема. Главное, что вся эта зона нам доступна. Проверяем. Как видите, дорога доходит до самого края. Соответственно, мы сможем здесь выставить почти все, что захотим. Почти все, что захотим, но я думаю, что мы сделаем просто экономный подвод энергии. Вот здесь и вот здесь. И, соответственно, исходя из этого подвода, нам и нужно будет выставить сами здания. Вероятнее всего, они будут вот так в ряды стоять. Я думаю, что все будет чики-пуки. 1000 бревен, 970 досок. Шо еще надо современному бобру для счастья? Тут тормознем пока. Лучше подзапустим вот этих ребят. Энергии как раз хватит. Супер. В общем, работа еще не печатай край, как вы понимаете. В придачу мы еще займемся вот этой областью. Здесь, скорее всего, будет тоже лес. Поменьше. Ну, кстати, не гарантирую, что намного меньше. Но он будет поменьше и, соответственно... тоже будет приносить нам древесину. Ну и здесь мы должны будем пробить с вами динамитиком, чтобы прорвать сюда немножечко воды. И эта водица нам озеленила вот эту еще часть, чтобы мы могли высадить как можно больше дерева. Вот, пока что, ребятки, мы сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.